В 2004 году судьей было принято решение, после чего за нами стало значиться 1,5 квартиры. И спустя, значит, вот в 2014 году, 16 января, первый раз появился, значит, рейдер, который без предупреждения начал вырезать двери. Простите, как, что значит 1,5 квартиры за вами стало значиться? Ну, то есть вот у вас была квартира, и судья что решила? Из-за чего было решение этого суда? Как решение суда, значит, было признано, значит, мое регистрационное свидетельство об единой личной собственности, что по закону должно быть признано. Значит, и в решении была указана 1/2 доля бывшему моему супругу, просто 1/2 доля. Так, и появился этот супруг или какие-то другие люди, которые говорят, что вот не вся ваша квартира ваша? Значит, супруг появлялся, конечно, но спустя какое-то время, значит, появился другой человек, значит, затем еще один человек был, а теперь вот появился, ну, вот этот вот рейдер. И происходит, значит, рейдерский захват квартиры. Давайте посмотрим, как это происходит, и потом еще немножко проясним ситуацию. Дело было, значит, где-то около 2 часов ночи. Семья уже вся спала у меня, то есть дети и внуки спали уже. И вдруг я, значит, сквозь сон услышала хлопки очень сильные. Сначала стреляли в комнате, где я сплю, то есть то окно стреляли, но не попали в окно. Выстрелов где-то примерно около 6 было, наверное. Со второго хлопка уже полетели стекла. То есть у меня трехкамерник, полетели стекла. Мало этого, значит, еще задето, теперь еще, ну, не задели, еще и соседей. У соседей выбито балконное окно, и я не знаю, или рикошет там попало, или еще что, у них повреждена рама. Кроме окна, значит, началось это 16 января 2014 года, значит, вот уже неоднократно была эта дверь повреждена, здесь кувалдами били, ломами выламывали, тут замки все эти выламывали, вот таким же образом были выбиты, тут отжимали уже, я не знаю чем, тут какими-то средствами механическими разрезали, болгарками, вот здесь с этой стороны вообще дверь отклонялась на 2 сантиметра, 20 января я была с внуком дома одна, и вот уже когда дверь отклонилась, мне просто уже, я испугалась за жизнь внука, поэтому пришлось мне уже баллончиком брызгать. Я уже сейчас счеты сбилась, сколько я дверей уже поставила, но денег я уже сдержала где-то примерно около 250 тысяч на одни двери.